принять. Не вышло. Перескочил. Попрыгунья шайба через клюшку. Кочкин отбивает снаряд. И опасный момент. Шайба в ловушке Кошечкина. И еще одна заварушка возникает. Положение нехотя. Он поднимается на ногу. Если бы сразу поймал шайбу Кошечкин, то не было бы вот этого опасного момента. И не было бы толкотней перед воротами. Забил защитник. Это, конечно, редкость большая. А чтобы у сражающихся коллективов забивали защитники в меньшинстве, случай выходящий. Играть штрафные минуты, что Трактор, что Витязь. И шайба пересекает линию ворот Кошечкина. Счет матча открыт. И было ли подставление, подправление? Вот в чем вопрос. Да, Лайна сделал передачу. Тимкин. Пробуксовал 23 номер. Зенов сражается. Главное, сейчас правильно нарушит в борьбе. И, похоже, я предугадал ход событий, потому что было горячо. И эмоции выплеснули хоккеисты. Потолкались от души, а теперь пытаются пощупать друг другу лицо. Зионовым, а потом и Тарьяник с Тимкиным решили не отставать от своих товарищей. Что же мы стоим и смотрим? Тоже можем еще бомбардира среди оборонцев во всей КХЛ против Криса Ли. Я имею в виду Олега Пегановича. И еще одна шайба. Ну, можно сказать, что гол в раздевалке. Какие отмечают взятие ворот. Было подправление Якуцени. Бейсбольный удар. И шайба уходит под перекладину. На опережении сыграл Якуцени. Собирается, как у Борта здесь соперник. Дуэли не получится. Он просто сейчас погорячился. А недавно он с миссией отправился в детский дом номер один в Магнитогорске. Ситуации. Зарипов. Антипина должен подстраховать Зарипов своего партнера. И... счет становится 2-1. Первое звено наконец-таки забило. И это уже получается у Мазякина четвертая шайба в ворота Донбасс. В короткой истории взаимоотношений этих коллективов. Крещенко. Пас ближнему и ближний. Шайбу теряет. Он привез момент. От синей линии, раз возник такой момент. Или динамовцы, это, видимо, у них душевный подъем после 6 подряд поражений. 3-1, статусная победа. Бросок и гол! 2-2. Вечер перестает быть томным. Магнитка надолго переместилась в зону Лейтона. А сейчас Донбасс перемещается в зону Кошечкина. И бросок. Василий намертво забирает шайбу в ловушку. В сегодняшней встрече. Брент заблокировал шайбу. Уилсон. Мимо цели. Добивание. Гол! Лайне! 3-2! На руки эстетский присев на колено завершил атаку. И, наконец-таки, получилось у Подградски набрать результативное очко. Я говорю, что в 8 матчах он уходил с нулями. Не пополнял свой бомбардирский счет. Положительных не важно. Важно, что 4000 человек хорошим настроением покинут арену. Чем бы ни завершилась эта игра, ух, у Магнитки была сейчас возможность сравнять счет в матче. Готовые моменты
Адреналинчик хотят добавить. И может получиться выход один на один. Дадонов бросает. Не реализует свой выход на ворота Кошечкина. И Якуценя присоединяется к партнерам. Было интересно. Подряд от Медведчака пропустили в меньшинстве. От Минска нет. Но вот сегодня от Металлурга два удара. Шайба попала в голову Лейтона после броска Мазякина. Там маленький котенок, и он выглядывает из-за угла. Я здесь. Вот здесь большой Кошечкин. Стал бросать от синей линии, а вот сейчас зарядил. Подбор за хозяевами. Ворота Магнитки пустые. И можно посылать в них шайбу. Уилсон! 4-2. Ждут, будет ли легализована четвертая шайба. Все, тренд сработал.